Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и сегодня мы будем обсуждать с вами AMX CDM 105. Обзор на данную машинку я уже делал, и в пределах данного видео здесь сверху появится дополнительная ссылочка на обзор на данную машинку, который можете посмотреть для того, чтобы понимать, что это. И обсуждать будем в первую очередь, исходя из того, что в ивенте данную машинку можно забрать, если у вас есть какая-то баслословная, просто не помещающаяся в голове сумма долларов, которая вам прям совсем некуда деть, то вы задонатите, возьмете себе, откроете вот этот вот фонарик, 914 необходимо золотых зайцев для этого. Что это такое, зайдите в магазин и посчитайте. Это просто, реально чума, 90 баксов плюс 45 баксов. 135 долларов необходимо задонатить для того, чтобы получить себе возможность забрать либо вот этого AMX, либо взять себе мистический сертификат. Но, по-моему, 135 баксов это очень-очень, ребят, дорого. Да, вы получаете там голду, вопросов нет, и голды, если я не ошибаюсь, получаете 110 тысяч, это тоже очень много, но все-таки 135 баксов, за 135 баксов можно купить себе, да до хрена всего можно реально купить себе за 135 баксов. Короче говоря, ребят, возвращаемся к AMX CDA, оставляем в покое тех, кто будет донатить, это их право, это их возможность, и я, честно говоря, ребятам завидую белой завистью, я бы тоже с удовольствием задонатил, имея денежку, получил бы себе 110 тысяч голды и взял бы себе премиумную машинку, если у меня ее нет. Ладно, сейчас суть видео абсолютно не в этом, суть видео сейчас в AMX и чего он стоит. Итак, ребята, история моего AMX. Мой AMX был приобретен мной на новогоднем аукционе буквально месяцок назад, даже меньше. И приобретен он за последнюю цену, до которой он смог спуститься. Ребят, я врать не буду, честно, не помню, за какую сумму я его купил. Я даже специально пересмотрел свое видео и обратил внимание, что я там тоже не озвучил, во сколько он мне обошелся. Так вот, ребят, в любом случае, так или иначе, тогда, когда я его покупал на последнем снижении цены, тогда, когда за 7 минут неполных, 7 минут не прошло с момента обновления цены, как 1100 с копейками игроков разобрали эту ПТ-шку. По одной простой причине, потому что цена была, ну, прям совсем очень вкусная, а это восьмерка и порой очень даже годная. В первую очередь годная, потому что по сравнению с другими ПТ-шками восьмого уровня, у нее действительно есть броня, есть рикошеты, есть рандомная броня, и вот эта вот приведенка, она действительно очень приятно отыгрывается в игре. Мне, по крайней мере, она очень сильно нравится. Что же касается всего остального по ПТ-шке, безусловно, все эти вещи необходимо смотреть, ребят, в игре, только в игре и никак по-другому, по одной простой причине, потому что, ну, можем заценить с вами броню, но игровые качества все-таки необходимо смотреть в реальных замесах. Итак, что касается брони, про которую я говорил. Здесь у нас с приведенкой 231-235, то есть, ну, смотря где. Короче говоря, верхний бронелист и вся вот эта вот передняя часть верхняя, да, то есть вот все полностью наклонное, имеет очень-очень хороший наклон брони. И когда вы отыгрываете еще и от каких-то неровностей, приведенка увеличивается, а угол склонения орудия позволяет так отыгрывать. И вы реально неприступная скала. Да, безусловно, будут выцеливать вот сюда, вот в комбашню. Но, опять-таки, ребят, на дальних расстояниях, а на ней очень приятно играть на дальних расстояниях, данную комбашню выцелить будет сложно, а возможно далеко не всем. Что касается вот этой вот пластины, она тоже имеет броню. Это не прям картон. Нижний бронелист, передняя часть его, да, верхняя часть нижнего бронелиста, или как ее правильно назвать, вот это вот, как это назвать. Короче говоря, вот эта вот верхняя часть, она действительно пробивается. 109 с учетом приведенки, и да, приходится ее беречь. Понятное дело, что борта картонные и корма, соответственно, тоже глубокий картон. Но, ребят, как без картона? Без картона, как говорится, никак, потому что тогда вы в бою будете имбой. Ну, а имбы никто не любит. Все-таки баланс должен существовать. Теперь давайте поговорим с вами по поводу орудия. Орудие у данной ПТ-шки очень, ребят, комфортные, приятные до безобразия. Мне лично очень сильно нравится. 350 единиц альфы. 273 пробития, что на восьмом уровне больше, чем достаточно для того, чтобы бодаться. Когда вы заряжаете аккумулятивные, то в принципе тех ребят, которых вы не можете пробить, их в принципе не существует, даже если вы играете против девяток. По-моему, с 341
миллиметром пробития можно даже против десяток вполне спокойно было бы бодаться. Поэтому, ребят, чего-чего, а пробития и альфы вам будет больше, чем достаточно. А еще и с учетом того, что можно поставить себе оборудование, амуницию и при этом всем получить себе 8,7 время перезарядки, просто божественный разброс в 281 и время сведения в 3 секунды, ребят, это все превращает машину просто в зверя, который на дальних расстояниях разбирает всех, кому не, всех, кого не лень. И, ребят, очень-очень больно делает вашим соперникам. Вот поверьте, я получаю массу удовольствия от игры на данном AMX. Я не люблю французские танки в этой игре, но, ребят, конкретно вот эта ПТХ мне зашла на все 100. 2410 единиц ДПМа заявленных, с учетом оборудования, с учетом амуниции, кто-то скажет мало, но, ребят, вот эта вот цифра, она реализуемая, она реально реализуемая в бою, то есть это не тогда, когда вам заявляют про 3500 ДПМа, но ты попробуй, блин, накосить его со своей картонностью, малой подвижностью и так далее. А AMX, он кардинально отличается от других машин. Он действительно может, он действительно хорошо передвигается, у него вполне нормальная, как я уже сказал, броня во лбу, насколько она может быть хорошей для ПТ. И давайте будем говорить откровенно. Но не может быть в игре просто ультимативной брони, которая никем никогда не пробьется. Потому что таким образом машина становится, как я уже сказал, дисбалансной. Здесь же сбалансировали настолько все классно, что ты действительно получаешь удовольствие от игры. Да, тебя могут разбирать в бою. Да, безусловно, не все 100% боев у тебя супер там победные с какими-то бешеными результатами. Но в преобладающем большинстве боев ты реально получаешь удовольствие от процесса, в котором ты участвуешь. Ты вполне спокойно двигаешься, тебя абсолютно ничего не смущает, ты очень классно поворачиваешься вправо-влево во время движения. Я не буду говорить по поводу того, что ты прям носишься как СТ-шка или ЛТ-шка. До этого и не требуется. Но все равно той скорости, которая есть, ребят, ее достаточно для того, чтобы можно было перекатиться на какую-то новую позицию и на этой новой позиции показывать себя, ну, во всей, как говорится, красе. Итак, что касается точности орудия. Ну, вот она, точность. На вот этом расстоянии вполне спокойно закинул в тигра. Я даже не видел, где у него серая зона. Я просто взял и бросил, потому что я знаю, что пробитие у меня больше, чем достаточно для того, чтобы сделать ему дополнительное отверстие в корпусе или в башне. Теперь, что касается времени сведения. Как вы видите, время сведения просто имбовое. Ты не успеваешь заметить, как твое орудие уже свелось, и ты готов к стрельбе. Порой даже быстрее, чем твое орудие успело перезарядиться. И, что самое парадоксальное, даже время перезарядки тебя не смущает. Ты действительно играешь, получая удовольствие. Абсолютно спокойно. Я бы сказал, никуда не спеша, ты делаешь свое дело. Вот сейчас, стоя на вот таком вот возвышении, я вполне спокойно выцеливаю соперника. Орудие склоняется вниз вполне нормально, а силуэт у танка настолько низенький, что в целом позволяет вполне спокойно отыгрывать так, чтобы вас практически не было заметно, ну и вашим врагам было сложно вас выцелить. Потому что над горизонтом вы возвышаетесь довольно-таки не сильно, если вы стоите на возвышении, на углу склонения достаточно. Сейчас это я уже немножко косанул, надо было все-таки подождать, немножечко получше прицелиться. Но в целом такие вот выстрелы, они порой тоже оказываются очень-таки даже успешными, и без полного сведения танк, я бы не сказал, что мажет постоянно. Да, безусловно, бывает, но, ребят, все-таки это не аксиома для него. Ты вполне спокойно можешь играть даже без полного сведения на каких-нибудь там нормальных расстояниях. Углы склонения что вверх, что вниз комфортные, и, по крайней мере, в моих руках, а мои руки не сильно прям на 100% прямые, танчик показывает себя очень весело. Абсолютно не замечая того, я сделал два фрага, набросал урона и действительно получил массу удовольствия от данного процесса.
процесса. А теперь представьте себе, какое удовольствие можно получить, если параллельно с игрой ты еще не разговариваешь, ничего не рассказываешь, ничего не зацениваешь, а полностью сосредоточен на том великолепном процессе, в который ты зашел. Итак, 2185 единиц урона, абсолютно не потея, не напрягаясь. Я забрал в виде серебра, с учетом того, что у меня есть прем-аккаунт, 69,5 тысяч серебром. По-моему, для 8 уровня за такой бой вполне нормальная компенсация серой, даже не компенсация, а заработок серы. Но, как я уже сказал, абсолютно не потея, это самое главное. Второе место в команде по урону, опять-таки, тоже, ребят, не напрягаясь абсолютно. Я набивал на AMX гораздо больше. Просто не каждая карта ему для этого подойдет. Ему нужна такая карта, на которой вы станете где-нибудь вдалеке и по засветам своих союзников будете просто бешено разбирать своих соперников. Особенно если умудритесь загуслить кого-нибудь, то дальше просто-таки красота. Бейте в гуслю с уроном, товарищ никуда не уедет, а времени перезарядки будет больше, чем достаточно. И точности орудия будет больше, чем достаточно для того, чтобы просто в эту гуслю разобрать практически любой танчик. Вот такой вот он AMX CDAM 105. Стоит ли донатить для того, чтобы забрать его через конкретно ивент, я не могу сказать. По одной простой причине. Потому что я не могу считать деньги в вашем кармане. Но могу посчитать деньги в своем кармане. И точно знаю, что я реально не понимаю ценники, которые связаны с этим ивентом. Поэтому рекомендовал бы AMX брать именно тогда, когда он будет на продаже стоять по какой-нибудь нормальной, адекватной цене. Это было мое честное, субъективное мнение по поводу AMX от CDA. Ну и, соответственно, немножечко по поводу ивента, который сейчас разработчики выложили. Если вы за честные обзоры, если вы хотите видеть танки такими, какие они есть на самом деле, руками среднестатистического игрока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь для вас и пытаюсь показать вам технику такой, которая она будет в ваших руках, если у вас в районе 50% побед. Вы можете посмотреть какого-нибудь скилловика, у которого 70% побед, но вы-то играете не так, как он, а скорее всего так, как я. Ребят, до новых встреч, спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь, мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока.